Привітаємо нашого наступного гостя, пан Ігор Яковенко, журналіст, соціолог, наш колега, політичний оглядач в рамках першого ефірного слоту є другим гостем в нашій програмі. Привітаю вас, Олександрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Юрій. Я тільки що з воєнним толковим українським молодим воєнним обговорював історію зв'язану з пораженням двох мегаважних, мега, мега серйозних самолетів Російської Федерації. Річ об А-50 і ІЛ-22. И вот мы обсудили в военной плоскости, что это значит. А с вами хотелось бы в с политической, возможно, тоже обсудить. Что думаете по поводу произошедшего вчера вечером? Вы знаете, я думаю, что это в совокупности с другими событиями, которые происходят в последнее время, это то, что связано с повышенной эффективностью, я бы сказал, даже новой ролью систем комплексов радиоэлектронной борьбы uh -huh. и вот это вот поражение двух российских самолетов, имеющих действительно это нередовое значение, это больше, чем какие-то отдельные бомбардировщики, это командные пункты. Так вот, и я думаю, что это ставит вопрос вообще в целом о том, кто сейчас контролирует небо над Украиной. Это очень важный вопрос. Очень Я красивый. не могу на этот вопрос однозначно ответить, вот, потому что это комплексный вопрос и он требует действительно серьезного анализа. Но то, что вот происходит в последнее время, то, что э, украинская не просто ПВО, а вот уже более более комплексные системы, связанные с этими э, сравнительно дешевыми. Э, так сказать, устройствами радиоэлектронной борьбы, которые э, на самом деле стоят намного дешевле, чем ПВО, и благодаря которым просто-напросто э, не, не сбиваются э, вражеские ракеты и дроны, а они просто отклоняются от цели и летят совсем в другую сторону. То есть их можно отводить в сторону от, э, от городов, от жилых кварталов и уводить куда-то в безопасное место. И в последнее время уже именно это стало основным способом защиты. То есть это на самом деле совсем другая история. То есть вот для меня пока вопрос. Я хотел бы тоже поговорить, и сегодня у меня будет беседа с украинским военным экспертом Сергеем Графским, и мы обсудим этот вопрос, кто контролирует небо сегодня над Украиной, потому что до этого было очевидно совершенно, что конечно, небо контролирует Россия. Это был очевидный факт, потому что у Украины не было, так сказать, каких-то серьезных, серьезной авиации. В небе, в воздухе было полнейшее господство российской авиации. А сейчас это уже не так. И, кстати говоря, вот уже, уже так сказать, есть вопрос, а не появились ли случайно, так сказать, F-16 у Украины? Судя по эффективности вот этих вот действий, тоже не исключен, не исключен вариант, потому что на самом деле руководство ВСУ далеко не всегда рапортует о каких-то новых видах вооружений, потому что ну, все это в той или иной степени военная тайна, поэтому трудно сказать, что, что сейчас происходит с точки зрения обновления вооружений. Поэтому вот для меня это вопрос сейчас: кто контролирует небо? Это мне кажется, это сложный вопрос, который, на который однозначно ответить нельзя. Безусловно, превосходство в количественное превосходство в авиации по-прежнему остается на стороне России, но уже сказать, что господство в воздухе над Россией нельзя. То есть на самом деле Украина сейчас завоевала полное господство на Черном море, то есть на самом деле заставила Черноморский флот, вернее то, что от него осталось, это даже флотилии нельзя назвать, уйти из Черного моря, ну по крайней мере из западной части Черного моря точно, и прибиться, так сказать, частично в Азовское море, частично прибиться к Новороссийску. Так что, скажем так, Черноморскую войну Украина выиграла. Можно, можно это сказать уже с уверенностью. Вот. И на сегодняшний момент э, э, у меня такое ощущение, что достигнут пере, пере, какой-то перелом вот, в воздушной войне. То есть это две важнейшие сферы, э, Черное море и небо. Здесь э, Украина в одном случае полностью добилась перелома, а в другом случае, как мне кажется, э, близка к этому перелому. Не хватает много чего, не хватает авиации, не хватает F16, не хватает э, систем ПВО, но это все на подходе. Это вот все очевидно. Я думаю, 2024 год будет э, тем годом, когда э, Украина получит э, господство в воздухе. Вот такое ощущение вот того, что происходит. Очень хотелось бы в это верить, Игорь Александрович. Но знаете, если вчера к вечеру, когда эта информация появилась, российские паблики сообщали о том, что э, это friendly fire. Не, сначала они скрывали. После чего э, о подбитии одного сообщили об уничтожении одного и подбитии другого ИЛ-22. А по итогу сейчас уже они пришли к общему нарративу и, по сути, знаете, ну вот хохлы уничтожили наши, э, нашу авиацию, как это вообще возможно, а почему так, а где красные линии, а сколько их еще будет, будет этих красных линий. И понятное дело, что каждый раз этот нарратив появляется после того, как мы бьем там по Крыму, например, там или еще что-то. И вот скажите, пожалуйста, реакция Российской Федерации, она какой может быть после этого? Никакой. А что? А что в запасе у Путина? Ну вот, да, выйдет, ответ, выйдет, выйдет выйдет, ну в запасе, что называется, выпускаем Медведева. Значит, Медведев выйдет, протрет глаза и скажет, что все красные линии закончились, значит, начались уже коричневые линии, и вот вот теперь, так сказать, вот из этой коричневой линии он будет говорить о том, что, так сказать, ну все, теперь ну теперь уже все. Теперь наше терпение закончилось, и мы и будет как в прошлый раз. А что было в прошлый раз? А в прошлый раз ничего не было. То есть, ну, в общем, какие ресурсы? На самом деле ресурсов у Путина только два. Первое – это грозить вот этой вот ядерной дубинкой, и второй ресурс – это бить по мирным кварталам украинских городов. Ничего другого, никакого другого ресурса у Путина нет. Значит, конечно, есть еще какие-то наземные наступательные действия с ценой еще очередных нескольких десятков тысяч трупов продвинуться на, на, на там, я не знаю, десяток километров. Ну, такое может быть, да. Занять какое-нибудь село, о существовании которого до сих пор, кроме соседей, никто не знал. Ну, вот это вот еще один вариант. Значит, что, что здесь еще можно придумать? Ничего у Путина нет больше каких-то ресурсов, какого-то серьезного ответа на, на украинские действия. Главное, другое. Главное, это то, что да, безусловно, у Путина есть возможность пополнять вооружение, старое старое советское вооружение, старое вооружение, которое, находит, которое ему передает Северная Корея. Не очень современное вооружение, которое передает Иран. Это все, все есть такая возможность. Но <coughs> на серьезных так, таких видов оружия, которые, которые передает Запад, это все-таки несопоставимые совершенно вещи. Поэтому я думаю, что в перспективе какого-то вот такого адекватного сокрушительного ответа у Путина нет. Его просто нет. Вы знаете, еще очень а, интересная информация от издания Бильд, а, ну как интересно, она пугающая, но, ну, наверное, европейцев она больше пугает. Мы-то что, мы это уже обсуждали, но все же хотелось бы к этому вернуться, потому что, ну, наверное, впервые так детально, подробно они сообщают о том, что в действительности не просто обсуждают, но уже какие планы э, составляют. В Бундесвере. Так вот, издание Бильд. НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Это следует из секретного документа Минобороны Германии, выдержки из которого публикует издание. Далее очень коротко, потому что наши зрители уже наверняка ознакомлены, просто в контексте напоминалки: в июле 2024 года, как утверждает немецкий сценарий, Россия начнет сначала скрытую, затем и открытую атаку на запад, кибератаки, а также другие формы гибридной войны. Прежде всего, в странах Балтии. В декабре Россия может искусственно спровоцировать конфликт в Суавском коридоре на границе Польши и Литвы. Ну, в общем, Россия готовится и готова напасть на НАТО. НАТО, ну, в частности, вот одна из стран, по крайней мере, так точно, Германия, к этому готовится, и у них есть уже детальный план того, как это все будет происходить. К чему все катится, Игорь Александрович? Я думаю, что вероятность вот сейчас и там летом этого года нападения на страны НАТО ну, со стороны России близка к нулю, если не равна им. Ну, послушайте, вот на сегодняшний момент вся российская группировка задействована на фронте, и каких-то резервов, которые способны совершать какие-то наступательные действия, у России нет они все на фронте. Вся вот эта вот гигантская линия фронта, она, так сказать, занята, где-то занята обороной, где-то занята прорывами, где-то, так сказать, ну, какие-то частичные успехи, успехи там на сотню метров продвинулись. Вот, заняли какое-нибудь село и так далее. Ну, причем остатки села, там уже никакого села живого не оставляется после того, как его заняли. Значит, вот это, это все. То есть попытаться представить себе, что какая-то запасная армия существует у Путина, которая может осуществить вторжение куда? В Польшу, в страны Балтии, ну, в принципе, да, такая, наверное, наверное, так сказать, какими-то силами можно это сделать. Но это означает просто-напросто, что, так сказать, ну да, НАТО ответит. Попытки какие-то столкнуться со странами НАТО непосредственно но были в Сирии, когда лучшие, лучшие подразделения российской армии, а именно ЧВК «Вагнер», столкнулось с американцами в Сирии. Результат до сих пор в песках в Сирийской пустыне ищут остатки этих вагнеровцев. Вот это произошло мгновенно, буквально. Они были уничтожены сразу. То есть просто столкновение с, с силами НАТО приводит к мгновенной аннигиляции тех российских вооруженных сил, которые этим занимаются. Они будут просто уничтожены очень быстро. Вот. На сегодняшний момент мне представляется, что есть другого рода опасность, есть опасность эскалации мирового конфликта не в, не в Европе не европейские очаги конфликта, вот это проблема, потому что то, что происходит на Красном море, это вот действительно гигантская проблема, и здесь вполне возможно серьезная, серьезная эскалация конфликта. И здесь ну, совершенно другие интересы задействованы. При всем понимании гигантской роли того, что происходит на, на территории Украины сейчас, вот эта вот чудовищная война в центре Европы, для Запада гораздо большее значение имеет то, что происходит на Красном море. Потому что это затрагивает экономику, это затрагивает основу. Там теряются просто, так сказать, сотни миллиардов. Абсолютно. Сотни миллиардов долларов каждую, каждую минуту. Потому что вот эта тоненькая артерия, которая соединяет значит, так сказать, вот это Красное море, через которое идет судоходство, если его обходить, то это теряется огромные деньги. И это бьет по мировой экономике. Поэтому и там просто стоит задача, что ну, фактически уничтожение этого хусидского режима. А это серьезная история, потому что за ним стоит Иран. Потому что это, это так сказать... Бандформирование, значит, в несколько раз превышающее по своему военному потенциалу э, ХАМАС и ХИЗБАЛУ, кстати говоря, тоже. То есть э, ХУСИТЫ это гораздо более многочисленные так сказать, бандформирование, чем э, ХАМАС и ХИЗБАЛА. И значительно, и, ну, по там качеству и, и составу вооружения здесь можно, можно сопоставлять, но тем не менее вот на их уничтожение уйдет значительное количество, значительные силы. И, и здесь это выгодно, вот это, это выгодно сейчас Путину, безусловно, потому что это отвлечение внимания. Вот здесь может быть серьезная, серьезная проблема. Вот, поэтому, что касается удара по Европе, я считаю, что то, что вот тот доклад, о котором вы говорите, и не только этот доклад, здесь масса заявлений, в том числе и шведского руководства, и э, фи, фи, Финны, и э, президент э, че, Чехии Петр Павел, э, все они, и итальянские э, значит, министры иностранных дел, они все говорят о необходимости в разных словах, в разных э, терминах, э, с разными интонациями, но говорят об одном и том же, что Европа должна вооружаться, должна иметь собственную армию, должна перестраивать свою военную промышленность, должна готовиться к войне. Это говорят практически все ключевые игроки, все ключевые, так сказать, политики Восточной и Западной Европы. И это, это превентивная история. То есть они, в принципе, ну, скажем так, вероятность того, что вот сейчас, всю секунду, будет наступление России на какие-то страны Европы, я думаю, что это маловероятно. Но, в принципе, Сама, само существование России, которая готова это сделать, не, не знаю, что она сейчас это сделает, но готова это сделать, понимаете, когда это произойдет, будет поздно уже готовиться. То есть Запад прекрасно, Европа прекрасно понимает, что упущено время за несколько десятилетий вот такой вот расслабухи, когда, ну особенно после, конца, после распада Советского Союза, когда, в общем, все считали, что все уже закончено, там Фукуяма написал свою книжку «Конец истории». Все да -да. в нее поверили, что история действительно конец и что, в общем, можно уже расслабиться, так сказать, <coughs> разложить шезлонги и, так сказать, кайфовать, отдыхать и, в общем, получать удовольствие от жизни. Никто не против, но просто выяснилось неожиданно, что вот все-таки Фукуяма несколько поспешил, что история не кончилась и <coughs> Появляются в истории вот такие вот монстры. Причем, как бы выяснилась еще одна, история, еще, еще одна проблема это то, что когда появляется вот один такой монстр, как российский фашистский режим путинский, то его существование и вообще в целом слом мировой системы безопасности, он порождает все новых и новых монстров. То есть это какая-то история клонирования. То есть само, само существование вот такого. То есть здесь сложный процесс какого-то подражания. Значит, если можно, если Путин показал, что можно, все, табу на, так сказать, военные действия, на военный способ решения каких-то задач снято, и, в общем, ничего страшного не происходит, ну, в ответ начинают оживляться, самые разные бандформирования, террористические группы, такие как вот Хизбалла, такие как ХАМАС, такие как Хуситы, Йеменские, такие как режим Северной Кореи, там Венесу... Значит, лидер Венесуэлы уже собирается захватить, так сказать, 70 чужой территории соседней страны. То есть на самом деле это такая вот эпидемия, это эпидемия эпидемия зла которые начинают а спусковой крючок и толчок этой эпидемии дал, конечно, Путин своим своей, своей начавшейся агрессивной войной против Украины. Так что и, и, и проблема в том, что, ну еще раз подчеркиваю, я не не думаю, что сейчас увязнув в Украине, а Путин в Украине увяз по полной программе. У Путина есть силы, возможности и, так сказать, целесообразность осуществлять какое-то нападение на какую-то европейскую страну. Я думаю, а что у... этого не будет. У меня последняя ремарка по этой теме, и пойдем далее. Материал Бильд о возможном нападении Российской Федерации на восточный фланг НАТО является сценарием учений, а не секретным анализом разведки. Об этом вот только что буквально заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сарц. Ну, вот есть такая реакция. Окей, подождем, посмотрим, как там дальше будет развиваться. Ну, события. По сути дела, я прошу прощения, Юрий. Он, по сути дела, подтвердил то, что я сказал. Абсолютно. То и есть это, надо... это как бы это превентивно, это учение. Учение да. это не значит война. Да. да, 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 абсолютно верно. Но к войне да. надо готовиться, это понятно. И Европа абсолютно правильно делает, что пытается просушить порох и пытается, так сказать, как-то. Все-таки начать думать о том, что имея в соседях такого фашистского монстра, как Путинская Россия, конечно, надо быть готовым к войне. Вы частично вспомнили о Красном море и событиям, которые там сейчас разворачиваются. Это очень интересная тема. Хотелось бы тоже вас спросить, что меняет удары союзников США и Британии по йеменским хуситам? Будет ли это море разблокировано для судоходства? Или же напротив, они будут продолжать провоцировать и далее на вот подобные вещи? И реакция Москвы, она ограничится только этим? Может, вклиниться Иран в эту войну, он уже может готов, я не знаю. Возможно, активизируется Ой зла да, Россия, Иран, Северная Корея. И они что-то там, Китай, они что вместе придумают новое, я не знаю. Вот эти события в Красном море, да, они как-то повлияют на общий характер положения дел. Вы знаете, я думаю, что они уже повлияли. Значит, в целом, опять-таки, не будучи нико, никоим образом военным экспертом. Но исходя просто из ну, примерного понимания соотношения сил, я думаю, что Соединенные Штаты Америки вполне в состоянии уничтожить вот этот хуситский режим. Тем более, что ну, по многим обстоятельствам, я думаю, что такая возможность есть. Но это требует довольно серьезных, серьезных так сказать, усилий. Это требует бомбардировок, это требует ракетных ударов, это требует... И может быть, здесь нужно... Здесь уже точно я вступаю в сферу, так сказать, чужую для меня сферу военной экспертизы, но, скорее всего, судя по ну, некоторым признакам, все-таки требуется наземная операция. А это уже... Для этого нужна совсем, ну, такая большая политическая воля. Вот. И еще раз подчеркиваю, для... Соединенных Штатов Америки и Великобритании ситуация с Значит, вот с Красным морем и с Йеменскими ХУСИТАми она другая по сравнению с тем, что происходит в Украине. В Украине, во-первых, они имеют дело с ядерной державой, и с, то есть в Украине категорически исключен вариант во-первых нанесение таких вот ударов там томагавками которые уже используются в йемене и во вторых исключена наземная операция то есть байден с самого начала заявил что и все собственно говоря и, и страны нато заявили что так сказать вооруженные силы стран нато не будут участвовать непосредственно в войне значит, против, против россии. Но что касается Йемена, это другая история. Там нет вот, угрозы столкновения с ядерной державой. И поэтому я думаю, что не исключен вариант наземной операции. По крайней мере, и плюс еще, еще раз подчеркиваю, Красное море, как важнейшая артерия, оно, оно безусловно, затрагивает более серьезные экономические интересы, чем Украина опять-таки это цинично, но это так. Но я это понимаю, да, конечно. Точно, точно таким же образом, как, например, какая-то угроза э, серьезного кризиса <связь> и там военных действий против Тайваня создает гораздо большие удары по мировой экономике, чем война в Украине. Тоже очевидно, потому что Тайвань является э, чуть ли не основным производителем целого ряда высокотехнологичной продукции, от которой зависит в значительной степени мировая экономика. Вот опять-таки, ну, понимаете, можно сколько угодно упрекать <coughs> в цинизме кого-нибудь, там меня, например, или того же самого Байдена, но понятно, что реакция ну, как бы Соединенных Штатов Америки и, и не только и Великобритании, она будет совершенно другая. И я думаю, что эти, эти тут многое зависит от политической воли. Опять-таки, <coughs> будет ли втянут Иран в эту войну. Вы знаете, у меня давно и устойчиво сложилось убеждение, что все эти бородатые, значит, таиаталы, они неверующие люди, они нет. ни в какого Аллаха не верят. Абсолютно и доказательства. Нет. У меня есть доказательства. Да, Это, знаете, вот оно конкретные доказательства. Mm. В свое время, когда, значит, был убит глава, уничтожен Соединенными Штатами Америки уничтожен глава корпуса стражи исламской революции, значит, был жуткий крик. Но фактически это герой Ирана, это человек, который, так сказать, по своей популярности, он был номер один в Иране. И был крик ужасный, что все, так сказать, смерть с шайтаном и так далее. И знаете, ничего, Потом, вот совсем недавно уже был уничтожен в результате спецоперации израильских войск, был уничтожен второй человек, близкий друг этого самого главы корпуса стражи исламской революции, тоже был уничтожен. Был жуткий крик, и вы знаете, ничего, никакой реакции. Дело в том, что э, вот эти вот, э, так сказать, э, странные люди, э, значит, э, с длинными бородами и в челмах, они, э, э, они точно знают, судя по, по их поведению, судя по всему, что они делают, что они говорят, соотношение слов и дела, они точно знают, что на том свете их не ждут э, прелестные девственницы, а их, их ждут черви, которые будут аккуратненько, так сказать, поедать их плоть до тех пор, пока не съедят полностью. И поэтому вот у меня есть такое ощущение, что встречи с червями их э, не очень радуют. Они хотят э, насладиться, там, я не знаю, уж чем они наслаждаются, не хочу вдаваться в детали их э, жизнедеятельности, но они хотят насладиться тем, что им дает жизнь на этой земле, а не, э, так сказать, жизнь э, вот не встреча с, так сказать, с загробным миром, в существование которого они точно не верят. И то же самое и руководство Хамаса, то же самое. Они находятся за пределами сектора газа. Они чувствуют себя прекрасно. Они все долларовые миллиардеры давным-давно. Вот. Поэтому, так сказать, это такие вот циничные ребята, воинствующие, безбожники которые, так сказать, не готовы рисковать собственной жизнью. Это я все к чему? К тому, что они вряд ли, если они почувствуют серьезную политическую волю со стороны Соединенных Штатов Америки, прежде всего, ну, прямо скажем, страна, которая может при наличии воли уничтожить вот это вот хуситское бандформирование, это США. Они могут это сделать. Вот есть ли политическая воля в Соединенных Штатах Америки? На этот вопрос я ответить не могу. Все, вот Главное неизвестное на сегодняшний момент, от, от которого зависит вот, решение этой огромной проблемы, да кстати говоря, во многом и проблемы украинской войны, войны в Украине, это наличие политической воли Соединенных Штатов Америки. Абсолютно. Вот этот на вопрос... В какой степени эта политическая воля может существовать, на этот вопрос я ответить не могу. Пока, пока это вопрос. Знаете, вот в заключение буквально нашей с вами беседы появилось предположительное фото Ил-22, который был подбит над Азовским морем, но все же сумевший дотянуть. Я думаю, что мы его несколько позже покажем, сейчас, к сожалению, уже нет времени. Но, как пишут эксперты военные, будет он летать или не будет, это вообще абсолютно непонятно, но о чем это говорит? О том, что если это соответствует действительности, тогда действительно уничтожили один и подбит был другой. Речь об Ил-22М. Но, опять же, верифицировать эту фотографию мы сейчас не можем, поэтому будем смотреть, как дальше будут развиваться события в этом направлении. И вам огромное спасибо, Игорь Александрович, за то, что вы нашли время выйти к нам. Спасибо, Юрий. Удачи Всего вам, самого. вашему каналу. Всего і до вашому каналу, в тому числі Призиваємо підписуватися на ваш канал на канал Ігоря Яковенко. Спасибо, всього самого хорошого. І Ролександвич був з нами, Ігор Олександрович Яковенко був з нами на зв'язку. Друзі, подякуємо нашому гостеві і вам за те, що ви залишаєтесь разом з нами і додивилися цю трансляцію до кінця. Давайте не забувати про те, що ми повертаємось до прямого ефіру о 16.30. Нашими спікерами в рамках другого ефірного слоту будуть пан Борис Пінкус. І пан Олег Катков, звичайно, з пінкусом про праймеріс, які почалися в Сполучених Штатах, про те, які в кого шанси, і про ту допомогу, яку Сполучені Штати ну чи досягли, чи то не досягли, ми поки що не можемо зрозуміти, тому що різні джерела різне повідомляють. Хтось пише, що нібито консенсус знайдено щодо е того, аби уникнути шатдаун. Інші пишуть, що розмови ще тривають переговорний процес, ну і праймері, звичайно, це дуже важлива історія, тому що Нікі Хайлі набирає величезних обертів, друзі. І от вона може скласти неабияку конкуренцію для Дональда Трампа в таборі республіканців. А що там в таборі з демократів? Будемо розповідати вам з Пінкусом, а з Катковим. Ну, звичайно, це головний редактор видання Defense Express про пошкоджений або знищений, поки що знову ж таки невідомо, іл 22 Про точно знищений А-50. Мова про ДРЛС Ну і звичайно, про те, як Захід. Ід, боїться ядерки з Росії. The Десалі Таймс про це пише, в тому числі. Ну і те, що зокрема повідомляють журналісти більд, коли вони розглядають різні сценарії нападу Російської Федерації на блок НАТО, саме на північний фланг, вже цього 2024 року. Буде дуже цікаво, тому залишайтесь з нами, друзі. До цього часу ще більше новин з'явиться. Ми їх будемо перевіряти, порційно видавати і обговорювати на фабриці новин. Підпишіться для того, аби не пропустити. Побачимось.